Во главе русских войск Наполеону тогда противостоял Леонтий Леонтьевич Бениксон, человек, незаслуженно забытый в нашей истории. Яркий генерал, авантюрист и один из участников заговора против императора Павла I. Именно Леонтий Бениксон возглавлял ту группу заговорщиков, которая 11 марта 1801 года ворвалась в опочивальню императора в Михайловском замке. Мятежники были пьяны и, не увидев императора на постели, поддались панике. Однако Бениксон хладнокровно подошел к кровати, дотронулся до нее и почувствовал теплую простыню. «Если птичка и упорхнула, то куда-то недалеко», — сказал он. Заговорщики стали рыскать по спальне царя и в скором времени нашли его спрятавшимся за занавеской. Через несколько минут Павел был мертв. И как ни крути, но Бениксон приложил к этому руку.